Что, ребят, всем здравствуйте, всех приветствую. Мы продолжаем проходить NFS Underground, да. Скажите, какой бы проходить? Что, ёбнулся? Ну тут есть задание. Сколько их? 111 здесь. Если быть точно, да? 111 у нас с вами заданий есть. Мы прошли только 7 в прошлой серии, да. Проходили все заново, потому что, ну, так получилось, к сожалению. И теперь у нас с вами есть Civic. Ёбаный рот, что за тачка. Вот, поэтому, Саша, поудобнее, приятно пить кушку, приятно кофе пить или питья воды. Или чаепитие, да, приятного вам просмотра. Накидывайте пледик еще раз. Приятного просмотра еще раз. А мы начинаем. О, привет! Собственно, что у нас здесь? Тюнинга, да? Счет, ебать! Так, а мы, собственно... А, я что-то прокачал, да, вроде? Да, я тогда все прокачал и... Вроде как. Да, я все прокачал. Нам нужно второй уровень с вами. Ага, это недоступно. Хорошо. Обмен есть. А на что? На лансер. Peugeot, Dodge, Neon, Mazda MX. Ну, MX, кстати, прикольно. Мята прикольная. Егор GTI есть, да, у нас? Ну, нет, спасибо, но нет. Так, здесь мы вроде с вами все, да, вот сделали, да. Не, мне нравится просто вот такой, типа. А, чем мы еще можем с вами посмотреть? А, ну, давайте начнем. А заезд на время у нас осталось успеть к Ти-Джею. Давай успеем, попробуем. Нет, но молодцы. Я дал им шанс. Они его прохлопали. Думаешь, ты круче всех? Докажи. И может быть, я тебе помогу. Ты и вправду такой особенный. Ну так докажи. Мальчик, что мне тебе доказывать? Понимаешь, если ты не такой, то это не моя проблема. Добись из аэропорта до центра города за минуту 45. И узнаешь, что припас для тебя Ти-Джей. Ну, а средненькая. Давай, let's go. Что за хуйня? Пизда, мы не успели, да? Давай так сделаем.
заново. Что-то я просто типа чуть-чуть так. Слабился. Уникальные запчасти? О! Let's go! Воу, ну ты дал, парень, ну ты дал! Бери все, что хочешь, но помни, кому ты всем этим обязан. Получается, у нас с вами... закрыто, но здесь... А, мальчик-то еблан. У меня здесь... Угу. Ой, я надолго. Нас наебали, ребят. Понятно, блядь. Ну, let's go. Чё, кольцо у нас? Atlantic Challenge. Подожди, а почему... Понятно, он нас наебал. Понятно, блядь. Давайте сохранимся для начала. Так, ну что, давай. Let's go. Дальше. Да, вот здесь такой будет экран, потому что я, ну, не знаю, как стабилизирую то, что... Если я здесь сделаю вам полноэкранный, да, режим, то есть, чтобы все было хорошо с картинкой, да, вот в меню, то в гонке он будет, типа, ну, не так, как мне нужно. То есть, не знаю, короче, я просто не смог просто стабилизировать разрешение, что в меню, что в гонках. И все, поэтому здесь так вот, извините за это, пожалуйста, ну, пожалуйста. Вот, ну, собственно, да, продолжаем кольцо. Выжми из своей машины все в заезде. Три круга по... Атлантику. Давай средний, погнали. Блять.
прикол, нам нужно проехать себя с вами. Да, напряженочка. Изи, бля, вот это был напряженочек в конце. Я думаю, второй круг только едем, уже третий. Было бы обидно, если проебало. Кольцевая, прикинь.
куда, куда? Сука, стой! Иди в пизду! Сирик, ёбаный, это выебал, ух! Мой Сирик тебя выиграет. Куда не он-то погнал? Видели, куда не он погнал? Просто не он чеплят. Нормально. Я хочу первым быть. Сосёшь. Ебать, просто мчим. Давай, Сирик, родной, набирай, мой хороший. И вот так вот проехать, идеально просто. Давай. Что-то не чувствует вообще этих ботов. Да как же кажется, я взял тебе, блядь, Сирик, а не оставил неончик. Конечно, он прикольный, типа, как первая машина, но Сирик пизже. Немного. Заново. Уже запорол. Ну прям идеально. Давай.
сел нахуй. Блять, нахуй это делаете, ребята? Просто видели? Не, вы видели? Все, мы победили. А ну-ка, очень интересно. Здесь, как говорится, встречаются наука и скорость. Если хочешь выжать из своей машины максимум, задержись тут. Турбонаддув увеличивает и ускорение, и максимальную скорость. Очень полезная штука. Давай нахуй. Наращивая мощность и скорость, подумай о тормозах. Без них на трассе делать нечего. Ох, все, блядь. Тут потихонечку, видите, уже все прокачали. Давай сохранимся и думаю. С тобой на этом мы что? Правильно. Закончим серию данную. Такая серия была. Довольно коротенькая, да? Ну, спасибо за просмотр. Если вам раз. Ссылки в описании, телеграм-канал на ваших экранах, там инсайды и уведомления видео, чтобы вам было удобнее просто узнавать, когда первым. Ну, чтобы вы узнавали первым, вам было узнавать удобнее, когда выйдет видео, в принципе, вот. Подпишитесь, мне будет приятно, спасибо заранее, кто это сделал. В принципе, все, увидимся в следующих сериях. Давайте.